Сегодня, в день весеннего равноденствия, Каспийск со всем миром отмечает День поэзии. В России этот праздник учрежден 22 года назад и с тех пор стал доброй традицией чтить память ушедших великих поэтов и услышать новое творчество современников. Сегодня в рамках нашего мероприятия мы прослушаем стихи замечательных поэтов. И, конечно же, мы не можем обойти стороной юбилейную дату. Наш город отмечает в этом году 75-летие. И наши детки, естественно, прочитают стихи каспийских поэтов, что очень приятно. Наш город богат талантами. В городской библиотеке имени Фазу Алиевой в честь этого события организована творческая встреча под названием «Души прекрасные порывы» с участием известных всему Каспийску поэтов. Среди них Надежда Михайловна Касимова, Валентина Николаевна Морозова и молодая поэтесса Надежда Шагина. Мой чудный край, мой Дагестан, я чувств своих к тебе не скрою, я дочь твоя, я горжусь тобою, исток любви большой тобой мне дан. Люблю лезгинку огневую, люблю твоих народов речь, культуру многовековую постичь пытаюсь и беречь. Послушать и прочитать стихи о родном Каспийске пришли педагоги и учащиеся школ города. Некоторые из них получили свои награды за участие в минувшем конкурсе, посвященном творчеству народного поэта Республики Дагестан Фазу Алиевой. Поюкает Каспий, наш маленький город, не ведая отдыха ночью и днем. Всем нам, каспичанам, и близок, и дорог Каспийск наш прославленный мирным трудом. Присутствующие окунулись в мир истории, создания и развития поэзии, начиная с первобытного времени. Далее гостям рассказали о Средневековье, эпохе Возрождения, а также разобрали творчество русских поэтов Карамзина и Лермонтова. Сенин, Пушкин, Тютчев, Некрасов, Лермонтов, Блок, Ахматова, Цветаева и многие другие поэты до сих пор согревают наши сердца и дарят восхищение. Понять поэзию может не каждый. Не каждый может умело отражать свои мысли в стихах. Но во все времена, даже в самые тяжелые, она является отдушиной. Живет в каждом из нас. И важно, чтобы поэзия жила вечно.